В Свердловской области продолжают борьбу с природными пожарами. Только за последние сутки ликвидировано 10 возгораний, в том числе в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Артемовском, Белоярском и Красноуфимском районах. Снижение ущерба от природных пожаров – одна из приоритетных задач нацпроекта «Экология». Борьбу с огнем ведут более 400 человек. Непотушенными остаются возгорания еще в нескольких районах области. Продолжается ликвидация отдельных очагов на площади до 15 гектаров. В Первоуральске действующих лесных пожаров не зафиксировано. Напомню, в регионе введен особый противопожарный режим. В частности, не допускается использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора и сухой травы. Запрещено посещение лесов, нарушения влекут административную и уголовную ответственность.